Мы же фактически живем не в теле, мы живем в мире представлений. Ну, как бы можно есть собачью еду, она там калорийная, вся взвешена, удобно, накупал, там трескаешь, все приготовлено сразу, даже разогревать не надо, все, супер. Угу. Вот, почему не едим, да? Ну, потому что мы живем в мире представлений. Для нас это не еда, это мы живем в мире идей. И вот вопрос. Из чего состоит твой мир идей? Угу. Это могут быть идеи, которые мне предлагают, не буду никого называть по именам, разная публика, достаточно странная, поющая, надувающая губы и производящая там, значит, какие-то истории. Или все-таки у вас идеи, как бы, которые прошли проверку временем.